Не знаю, игра была равна, очень много было борьбы. Не рассчитывали, я думаю, на такую игру, что такая игра получится вообще. Вроде лидер. Не знаю. И поле было в плохом состоянии. И за счет характера, наверное, все-таки. Они быстро уходят вперед, и такая команда, которая бежит всегда вперед, боевая команда. Вообще игра была без моментов. Там пару моментов у нас, пару моментов у них, и особо ничего такого опасного и не было.